Смотрите, если в Америке кто-то завладел данными вашей кредитки и потратил с нее деньги, то эта операция отменяется просто по вашему звонку. Вы звоните в банк и говорите: там есть такая-то транзакция в пендинге или уже совершена. Это не я это не делал. Банк в США отменяет эту операцию и самостоятельно проводит расследование. Это очень удобно, потому что всякое в мире бывает. Я не знаю на самом деле, как люди завладевают данными карточки, но в Америке отменить это очень легко. Звоните и говорите: это не я. И кто это сделал, это уже расследует сам банк. Сейчас везде камеры, сейчас все легко отслеживается, и вам деньги возвращаются. Сначала дается там какой-то кредит, а потом этот кредит просто не забирают. И вам приходит письмо, что мы приняли решение в вашу пользу. У меня вот такое недавно было. И я подозреваю, в каком магазине у меня скопировали данные. Вот почему я очень люблю американскую систему. По звонку просто отменяете эту транзакцию.